Валерию Родионову 90 лет, юбилей. Народный художник РСФСР встречает в кругу коллег. На протяжении всего творческого пути мастер не изменял принципам реализма. Целый пласт в искусстве Родионова занимает текстильная тема – отражение жизни ивановских рабочих. И портреты, и пейзажи, и натюрморты – все ему подвластно, в том числе и жанровые полотна. Огромные полотна, жанровые, посвященные текстильному краю, находятся в музеях и нашего Ивановского областного музея, и в Плёсе, и по всей территории, и уже на различных аукционах продаются его работы. Они уже живут своей жизнью. Значительная часть творчества Валерия Родионова связана с супругой Ниной. В их пейзажной живописи есть все, что принято отождествлять с родиной. Православные храмы, мощь и простор русских земель. Я считаю, что сейчас какой-то большой провал вот в плане того, что вот какого-то помощи со стороны государства, развития именно изобразительного искусства России, которое имеет мировое какое-то все же значение, оно сейчас немножко как-то пригашено из-за того, что художникам реализоваться очень сложно, из-за того, что материальной помощи нет. Несмотря на солидный возраст, художник продолжает работать в мастерской и создавать новое произведение искусства. Выставку обещает открыть уже в следующем году. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.